Приготовлю крем для выравнивания. Для этого 100 граммов белого шоколада растоплю в микроволновке импульсами. Растапливайте импульсами по 10-15 секунд, потому что белый шоколад очень легко перегреть. Когда часть шоколада растопится, а часть еще будет не растаявшая, поперемешивайте какое-то время. Может быть, тепла растаявшего шоколада будет уже достаточно. Если нет, еще отправьте в микроволновку на 5-10 секунд. Шоколад растопили, отставляем его пока в сторону. 100 граммов мягкого сливочного масла, жирностью 82,5%. Масло должно быть действительно мягким, вот таким вот. И 20 граммов сахарной пудры взбиваю с помощью миксера до посветления. Масло взбивается очень быстро в высокой емкости. Я уже говорила, что использовать их очень удобно для взбивания. Добавляю к маслу растопленный шоколад. Температура шоколада не должна быть выше, чем 28-30 градусов. Взбиваем еще. Теперь нам понадобится 300 граммов сливочного сыра комнатной температуры. Можно добавить сыр во взбитую массу, но мне же удобнее в более широкой емкости перемешивать. Поэтому я добавляю шоколадное масляную массу, крем-чиз. И теперь все взбиваем до получения однородного крема. Взбиваем на средней скорости. В процессе взбивания один раз пройдемся по стеночкам, чтобы крем равномерно смешался. Еще один разочек перемешаем, и крем готов. Для того, чтобы получить идеально белый крем, можно добавить чайную ложку диоксида титана. И все, крем готов. Немножечко проглажу крем лопаточкой, чтобы избавиться от крупных пузырей воздуха. Такой замечательный крем получился, прекрасный крем со вкусом белого шоколада и крем-чиза.